Друзья, всем привет! Очередной мой ролик. Не знаю, буду, наверное, еще один светильник я делать. Что-то мне приглянулась эта тема. Сейчас покажу, из чего. Так вот. Так. Надо из этой коряги мне сделать какую-то красоту. Ну, планирую светильник. Не знаю, получится это или нет. Но должно что-то получиться. Будет очень необычно смотреться. Не знаю, какими способами, конечно, это будет все. Где-то щетками буду обрабатывать. Где-то можно внутренность вот эту. Может быть, огнем выжгу. А потом все зачищу. Посмотрим сейчас, как будет зачищаться. Я уже тут маленько начал топориком. То, что убирается. Ну, тут гниль присутствует. Дальше вроде нормально там дерево. But
Так, ну почти все готово у меня. Сделал такие веревочки, но это подвешиваться, но вот так то есть будет. Теперь осталось сделать электрику всю. Сделал такие цоколи, обмотал их просто джутовым шпагатом. И вот получились три у меня цоколя таких. Сейчас все соединяю, подключаю все. И потом уже посмотрим готовый результат. Так, ну все, готова люстра. Вот такая вот она получилась у меня. Три лампочки будет. Ну вот, в принципе, и все. Подписывайтесь на канал.
ставьте лайки, кому понравилось. Честно сказать, такая необычная, она очень даже необычная люстра. Я бы даже сказал, эксклюзивная люстра получилась. Такой точно ни у кого нет. Все, всем пока, всем до новых встреч.